Добрый день, сегодня 7 августа. Снова дождь. Целый день почти идет дождь. Серый, грустный дождик. Хочу прочитать еще несколько стихотворений. Призадумался август, на рояле играя, ветерком быстротечным, тишину заполняя. Вдруг заплакали ноты, с неба песня летит, отзвук вечной сонаты грустно в сердце звучит. Серый дождь стучит по крыше, грустный он, я это слышу. Он с утра все льет и льет, он о вечности поет. Все пройдет, поет он мне, жизнь не вечна на земле. Ты стареешь, сердце пусто, а и ты была невестой. Серый дождь все идет, плачет он и поет. Он со мною грустит, он с душой говорит. Еще одно стихотворение. Я уже давно не плачу, я уже скрывать умею свою боль и неудачу, выдавать другим не смею. Я закрою свое сердце, будь-то двери на замок. Только Богу я доверю душу, чтоб помочь он мог. Еще два стихотворения. Нужно терпеть любую боль, любое поражение. Все это послано судьбой для духа исцеления. Принять от Бога те средства, как горькое лекарство, чтобы душа спастись могла, увидеть Божье царство. Но что бы ни случилось в нашей жизни, мы должны доверять Богу, что он делает то, что для спасения души. Пусть нам это очень больно иногда и невозможно понять, но именно для спасения души все нам послано. Нам нужно Богу доверять и не скорбеть, не унывать. Вокруг господствует лишь зло, но мы живем. Нам повезло, нас любит Бог. Нам надо знать, нам Богу надо доверять. Так будем молиться, чтобы на все была воля Божия, и наше дело выдержать все, что Он нам дает, и славить Его. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.